«Как ты меня любишь?» Сюжет 1. Текст в этом сюжете довольно простой, поэтому я не привожу его здесь полностью. Вместо этого я вам предлагаю заучить довольно устойчивые разговорные фразы. Итак, перед вами 29 фраз для запоминания. «Je pas envie de champagne» – «Я не хочу шампанского». «Faut que tu payes une bouteille» – «Нужно, чтобы ты заплатил за бутылку». «Je viens de gagner au loto» – «C'est de l'argent hors d'impôt» – «Я только что выиграл в лото» – «Это деньги без налогов». «Je te propose 100 000 euros» – «Я тебе предлагаю 100 тысяч евро». Pourquoi faire? Для чего? Tu vas pas me faire de mal, а? Ты не собираешься мне причинять боль, а? Il faut me respecter. Нужно меня уважать. Ça se fait dans ce cas-là. Так делается в этих случаях. Je suis un peu bouleversé. Я немного взволнован. Qu'est-ce qu'il se passe? Что случилось? Je vais appeler quand même. Но я все же позвоню. Non, je t'assure. Tout va bien. Нет, уверяю тебя, все идет хорошо. Où se trouve la douleur? Au centre, à gauche, bras à gauche. Где находится боль? В центре, слева, левая рука. Calmez-vous, s'il vous plaît. Успокойтесь, пожалуйста. Ce qu'elle est en train de faire... Что она собирается делать? Elle vous quitte? Vous rompez? Она вас покидает, вы расходитесь? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Что вы не понимаете? Pourquoi cette dépense? Зачем эти издержки? Assieds-toi, François. Садись, François. Mets-toi à l'aise. Чувствуй себя свободно. C'est mon point faible. Это мое слабое место. Je vais enlever mon manteau. Я сейчас сниму шубку. Je préfère pas prendre de risque. Я предпочитаю не рисковать. Non, pour l'instant, ça va. Нет, в настоящий момент все хорошо. On a tout notre temps. У нас полно времени. Tout est prêt. Все готово. Tous les hommes m'aiment. Je suis faite pour ça. Все мужчины меня любят. Я создана для этого. On se connaît à peine. Мы едва знакомы. Il faut qu'on fasse connaissance. Нужно, чтобы мы познакомились. На этом все, дорогие друзья. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. À bientôt.